Давайте начнем со статистики. Вот какие данные сегодня озвучил Генеральный штаб Украины. Прошу показать нам цифры. 384-й день войны. Потери противника личного состава уже перевалили за 160 тысяч, а точнее 160 540 оккупантов. Земля стекловатая, продолжает этот список. Ракетные системы залпового огня уничтожено 495 единиц, 2519 артиллерийских систем также. Продолжает этот список. Вертолеты 289 единиц, самолетов 304 единицы, БПЛА 2120 единиц, крылатых ракет 97 единиц. 907, точнее. Средств противовоздушной обороны противника вооруженные силы Украины уничтожили 260 единиц, 256 единиц специальной техники, 5367 автомобильной техники, целый автопарк. Боевых бронированных машин 6789 единиц уничтожено, танков 3484 единицы. И завершают этот список традиционно потери российского флота, корабли и катера уничтожено 18 штук. Слава Украине! Героям слава!